Thank you.
casa. Большое спасибо. Целевых истребителей патрулируют заданные районы, прикрывают работу бомбардировщиков, чтобы выдавливают украинских нацистов из Авдеевки, чтобы прекратить обстрелы Донецкого прикрыта. Министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу побывал в зоне СВО и лично оценил ситуацию. Пока Украина сидит без света и воды, супруга президента Зеленского в Европе тратит десятки тысяч евро на личные покупки. Но есть традиционно... Знакомая публика празднует ни много ни мало грандиозный успех. Дескать, в городе Сватово Луганской Народной Республики уничтожена российская казарма. Громкие заметки под не менее громкими заголовками ребята разместил в Телеграм российский военкор Сергей Среда, а сам БПЛА состоит на службе в российской же противострелковой бригаде, которая освобождает Донбасс. Выходит, шарлатан Гордон украл чужой контент в Телеграм. We welcome you aboard the route Vilnius-Moskva. Traveling to Poland, you have to change at Moskva station to train number 143, going from Moskva to Krakow. Mėly keliautojai, primename, jog traukinyje galite laisvą vandens troškuliui numalšinti. O gal šį kartą norisi kažko saldaus? Nesiveškite alkio į galutinę stotelę. Išsakykite savo pageidavimą.
Ta stotis Kazlų Rūda. Next station Kazlų Rūda. Keliautojai, radus paliktą įtartiną daiktą arba prireikus skubios pagalbos, kviečiame kreiptis į kelią.
вашу до Омського Крокова. Train number 23 from Vilnius to Omskava will soon arrive at Omskava railway station. Passengers continuing their travel to Poland are invited to change the train number 140.